Голливудская звезда Мел Гибсон скоро станет папой. Это произойдет в 9-й раз в его жизни. Актеру 60 лет, а его новой подруге Розалинде Росс всего 26. Пара официально встречается с июля прошлого года. Познакомились они так. Девушка зимой пришла устраиваться в компанию Гибсона ассистентом. И там все закрутилось. Розалинда оказалась настоящей красавицей, умницей. И девушка, выпускница Бостонского университета. Она изучала сценарное мастерство и литературу. А в прошлом она еще и суперзвезда вольтежировки. Это такая дисциплина конного спорта, а именно выполнение гимнастических и акробатических упражнений на движущейся лошади. Вообще, опыт семейной жизни у Мела Гибсона достаточно обширный. Со своей официальной женой Робин Мур актер прожил почти 30 лет. Она подарила ему 7 детей. Ну, а после развода отсудила половину состояния. И, что интересно, отсудила также половину всех будущих доходов. Затем актер познакомился с пианисткой Оксаной Григорьевой, у которой от него дочь. Там все закончилось намного быстрее, чем 30 лет. Уже через год пара рассталась. Более того, стала смертельными врагами. И за их судебными процессами и дележом состояния следил весь мир. Остается надеяться, что для Мела Гибсона этот роман закончится удачнее, чем все его предыдущие отношения.